Я попытаюсь сегодня предоставить несложное учение. Потому что нашему разуму тоже нужен отдых. Я буду говорить сегодня об искушении. И вот перед нами книга Второзаконие. Числа. שאנחנו קוראים עכשיו את כל הסיפורים מספר דברים, סליחה, מספר במדבר, אני מצטער, אני טעיתי. Мы сейчас читаем из книги чисел. וספר של במדבר מדברת על בעיות רבות שנפלו על עם ישראל. Книга чисел говорит о многих... סליחה? לא, 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 זה נורמלנו. במדבר זה. И о многих проблемах, которые переживает народ израильский. Я думаю, что нам нужно понять это состояние для того, чтобы в него самим не входить. Вот и народ израильский практически подошел ко входу в обетованную землю. И начинаются проблемы. И мы видим в самом начале книги чисел, когда вышедшие с ними иноземцы стали им морочить голову. Говорили, что здесь не так, здесь неправильно, и естественно в книге чисел мы не можем в подробностях прочитать все, что там происходило. Но находясь в таком состоянии, израильтяне тоже начинают говорить глупости. И начинают жаловаться перед Богом, зачем нам есть эту манну. Кто из вас помнит этот рассказ про жалобы на манну? В израильской традиции, когда говорят про манну, говорили, что когда человек вкушал манну, она становилась в устах вкусом его любимой еды. Кто-то, например, любил стейки и вкушал манну, и она ему казалась, что он ест стейк. Я не знаю, насколько это правда. Но что-то было не так с народом. И я уверен, что что-то сошло с небес. Было правильным и благословенным для всех. И Бог заботился о том, чтобы каждый получал то, в чем он нуждается и что любит. Технология бугетит бану. Нас технология подводит, звуки потусторонние какие-то. Замечательно. Бакицер, боет работ на флуал амшилану бамидбар. То есть в то время очень много проблем навалилось на наш народ. И в недельной главе, которая была на прошлой неделе, мы читали, когда послали 12 саглядатаев, 10 принесли плохую весть. Это...
ואתה אמור להגיד משהו אחד, ואתה אומר משהו לגמרי כזיב ולא נכון. Когда ты приходишь, например, на суд, и ты должен свидетельствовать одно, а ты извращаешь свои слова и говоришь что-то, что вообще не так. והנה מיד הגיע עונש פלוס 39 שנים במדבר. И тут же пришло за это наказание, и срок добавили 39 лет еще в пустыне. ואלוהים אמר, כל מי שמעל גיל 20 לא ייכנס לארץ המובטחת. И Бог сказал, все, которые старше 20 лет, не зайдут в землю обетованную. זה אומר שכל בן אדם שהיה בזמן הזה 20 פלוס וצריך להגיע בעוד 39 שנה לגיל 59 אמור למות. То есть представьте себе, что все, начиная с 21 года, плюс 39 лет, это где-то 50, в районе 50 все эти люди должны были умереть. 59 — 60. То есть люди достаточно молодые, 59-60 лет, должны были все умереть в пустыне. И они поняли, что в обетованную землю зайдут только 19-летние или ниже. וזה נוצר מזה, זה בעייתי, כי כשבעם אין דור ותיק יותר, и это очень проблематично, потому что когда в народе нет старшего поколения, אז בעצם אין שורשים, тогда нет корней. זה ברכה כשיש, נגיד, בקהילה או במדינה, אנשים מכל הסוגים, מכל הדורות. Это большое благословение, когда в стране или в какой-то общине есть люди разных поколений. כשיש במשפחה סבא ו... סבא רבא, זה ממש ברכה, כי, ו, ותינוקות קטנים, כי, כי זה נותן כזה שרשרת, ואתה יכול להרגיש כובד ומש... Когда в одной семье есть прабабушки, прадедушки, бабушки, мамы, папы, сын, дети, внуки, вы чувствуете эту цепочку и силу в семье. אבל פתאום הם היו מרגישים, זהו, אנחנו חטאנו, נכנסנו לפיתוי. И они почувствовали, что они согрешили, они поддались этому искушению. И они хотели говорить сегодня о «Аль-Тави-Эйну Ли-Ядей Нисайон». И я хочу сегодня говорить на тему «Не введи нас в искушение». Шаматем давар казе? Слышали эту часть молитвы? Зе ихад мя тфилота мифурсамот ба китвей кодеш. Это одна из известных молитв Святых Писания. Ве Йешуа лимед. Иешуа научил нас так молиться. Одна из молитв — это мы должны говорить Богу: «Господь, не веди нас в искушение». Потому что искушение — это очень проблематичное состояние. И сегодня я хочу говорить про искушение и кто вводит нас в искушение. Что значит искушение? Ле, искушение за беседа. Боецем боеврит. На иврите. Эйн эвдель. Нет разницы. Ве бадерах кляль, кшанахну ломдим эгерет Яаков, кама мимхем... Когда мы изучаем послание Иакова, кто когда-то читал послание Иакова? Рабим. Многие. А там катув памаим. Там два раза написано. Аваль барусите миштамшим милим шанот. На русском использовали два разных термина. Бапасук штаем шам катув стисмиху шатем нихнесим ле испытание. На русском написано: «Радуйтесь, когда вы заходите в испытание». А в 12 стихе написано, что Элохим ло мифуте бебера, аз у ло осе питуй лану, эхо лагид эзэ бацрану, ло мифате отану бера гам. Написано, что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Ве баэцем ба яванит. А на греческом, что המכתב הזה כתוב, יש שם אותו מילה. Когда писалось это послание, использовалось только одно слово. Нисайон.
искушение. Нисайон, помаем нисайон. Два раза использовалось слово искушение. И вот мы здесь видим что-то странное. Радуйтесь, когда вы впадаете в различные искушения. Вы впадаете в искушение. Если вы сделали какой-то грех. Но Бог вас не искушает. И многие из нас этому научились. Особенно люди, которые вышли из харизматических церквей. Они научились, что Бог нас не искушает. О, анахну! Мы сами заходим в искушение, если мы сделали какой-то грех. Или дьявол искушает нас. Кто из вас слышал такое? Окей, папа римский меня сейчас не интересует. אני ממש מקבל אותו, אבל אני לא מדבר על פאפה רימסקי עכשיו. אני מדבר שרבים מאיתנו למדנו את זה. Я говорю, что многие из нас научились такой теории. שאלוהים לא מפתה את בן אדם. Что Бог не искушает человека. אבל אם אנחנו נכנסים ופותחים לדוגמה בסורת לוקס. Но если мы, например, открываем Евангелие от Луки. ואנחנו רואים שישוע נדבל במים. И мы видим, что Иешуа погрузился в воду. ומקבל משיכה ברוח הקודש. И получил помазание Святого Духа. ושם כתוב ורוח הקודש לקחה אותו לפיתוי למדבר על ידי שטן. И написано, что Дух Святой повел его в пустыню для искушения от дьявола. מי לקח אותו? Кто его повел? חטא של Иешуа? Грех Иешуа? לא. Нет. Сатан לקח אותו לפתות אותו? Дьявол его повел в пустыню, чтобы его искусить там. אנחנו רואים. Мы видим. שרוח הקודש לקחה את ישוע לפיתוי. Что Дух Святой повел его для искушения. אז פתאום אנחנו רואים משהו מתנגד אחד אל השני. И вдруг мы видим, что что-то противоречит здесь. אז אני מנסה ללמד היום על זה ותקבלו כמה שאתם יכולים לקבל את זה. Я хочу сегодня учить на эту тему и примите, сколько вы способны принять. לפני שבוע. Неделю назад. אנחנו למדנו על מרגלים. Мы учили про соглядатаев. מי זוכר מי שלח מרגלים שם? Кто помнит, кто послал соглядатаев, чтобы они... Это в числа 13 глава. Мы читали на прошлой неделе. Кто послал соглядатаев? Я говорю про то, что написано в книге числа 13 глава. במדבר כתוב שאלוהים אומר למשה שלח את המרגלים. Написано, что сказал Господь Моисею, пошли от себя людей. ואם אתם פותחים אותו הסיפור שכתוב בספר דברים. А если вы тот же рассказ откроете, но только уже. בפרק ראשון פסוקים 20-22. В книге Второзаконие. לא צריך לפתוח. В первой главе. שם כתוב אתם לחצתם עליי ואמרתם לי בוא נשלח מרגלים. Написано, что вы на меня надавили и сказали, давай пошлем соглядатаев. Вы знаете, что в Святых Писаниях вы знаете, есть рассказы, которые описываются в двух разных местах. Например, בספר ראשונה, דברי הימים, первая в книге «Первая Паралипоменон» в 21 главе написано про царя Давида. И там написано, что сатана сделал так, что Давид... Первая Паралипоменон 21.1.3 «И восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать счисление израильтян». Кто помнит этот рассказ? Сатан
испытает Давид. Дьявол искусил Давида. Он сказал, он послал ему такие мысли, что мы должны позаботиться о том, чтобы у нас были деньги. Почему нужно позаботиться о деньгах? Если ты знаешь, сколько у тебя народу, ты будешь знать, сколько налогов ты будешь собирать. עוזר של דוד אומר למה אתה עושה את זה מלך מה אכפת לך מזה אנחנו מסתדרים והכל בסדר потом мы видим что Иоав его советник сказал царь не делай такое у нас все в порядке все хорошо зачем тебе это надо אבל אם אנחנו קופצים לספר שמואל ב' это вторая царств 24 глава там написано гнев Господень опять возгорелся на израильтян и Бог возбудил Давида сосчитать людей. Элохим дахав эт мелех Давид лиспор эт анашим. А в первом царстве написано, во втором царстве написано, что Бог возбудил Давида, чтобы он посчитал людей. Аз эх лахол эт адварим аэле? Как с этим справляться? Хевра, атем мавиним эт адилема? Вы понимаете дилемму, что я имею в виду? Ми ло мавин аль ма ани медабер ашав? Кто не понимает, о чем я говорю? Иногда в Святых Писаниях есть места, которые противоречат друг другу. И здесь написано о дьявол, что он искусил Давида. А в другом месте написано, что Бог. Бог сделал так, что Давид захотел исчислить свой народ. Обычно проблема не в Святых Писаниях, а в доктрине и в теологии, в которую мы верим. Иногда у нас в голове засело, что Бог не может меня искушать. И здесь что-то неправильно или неправильно объясняется. Но нам нужно понять одно. Мы привыкли смотреть на этот мир как на мир двух движений. О, хелек עולם ועומד מאחורי אלוהים. То есть часть мира стоит за Богом. וחלק השני עומד מאחורי סатан. А часть стоит за дьяволом. וסатан ואלוהים נלחמים אחד עם השני. И как будто Бог и дьявол постоянно борются друг с другом. ואנחנו בשני צדדים, או שם או שם. А мы можем выбрать себе сторону, быть там или там. А תמונה דואליסטית הזאת. Это двойная картина. Дуализма. Дуализм. Как? Это дуалистическая картина. Тмуна дуалистит, зе тмуна паганит. Это языческая картина. Зе тмуна паганит. Языческая картина. Атем раитем это циурима или инь-ян. Вы видели инь-янь, такой есть образ. Шахор лаван, ве бифним шахор еш лаван, ве бифним лаван еш шахор. В Кока-кола гам? Ле раити, ле хашу. В китайских мультиках есть такое, два белый и черный круг, в черном белый круг, в белом черный. Это картина не из Слова Божьего. В Святых Писаниях есть только один босс, который над всем. И его имя — наш Господь и Искупитель. И он сидит на троне. И, естественно, у него есть служить слуги. И у него есть разные слуги. Слуги, которые делают только хорошее, на что он их посылает. И есть слуги, которых он посылает испытать. Кто из вас знает, что такое краш-тест? Что такое краш-тест? Когда создают на машину какую-то новую модель, загоняют его в определенный стенд.
И производит такую искусственную аварию, чтобы увидеть, в каком состоянии останется машина. Это очень хорошая картина. Мы читаем, описывается эта картина в книге Иова. Кто читал книгу Иова? Немного. В книге Иова есть очень хорошее описание. Естественно, это аллегорическое описание. Потому что очень сложно говорить про небесные термины на языке людей. Но картина такова. Бог сидит на троне. И все служебные духи находятся перед ним. И написано, что и среди этих служебных духов и сатана. И тогда Бог говорит: видели ли вы моего верного слугу Иова? И мы помним, что там дальше было. Дьяволу была допущена сила. Бог ему дал. Он сам не взял эту силу. Он не может это сам сделать. Но Бог дал ему силу или власть для того, чтобы пойти и испытать Иова. И выстоял ли Иов во всем этом краш-тесте? Я не уверен. Но во всем этом, во всей этой истории Божья милость превыше его суда. Кроме Иешуа в картинах, кроме Иешуа, никто полностью на 100% не вынес этот краш-тест. Что хотел Моше в своей жизни? Какова была его самая большая мечта у Моше? Зайти в эту обетованную землю. Но он не смог. Он не выстоял этот краш-тест. Что-то произошло, что он не смог над этим, с этим справиться. Был ли Моше маленьким человеком? Написано, что подобного пророка не было и не будет в народе Израиля. Какова была мечта царя Давида? Кто помнит? Построить храм. Он не построил, он не смог пройти. Только Иешуа, наш Искупитель, прошел этот краш-тест. Только из-за его силы и из-за силы воскресения из мертвых у нас есть эта возможность прийти к Богу и сказать: «Господь, не веди меня в искушение». Как это работает? Я хочу рассказать вам. Это взгляд Леона. Если вы с ним не согласны, то ничего не случилось. И вы можете продолжать соглашаться с тем, что вам нравится. Главное, чтобы вам это помогало. Я хочу объяснить, как это написано и как это понимать. Во-первых, Господь — начальник. И все ходят под Ним. И Он точно не хочет нас искушать. Потому что мы все полностью открыты перед Ним. Но иногда, когда человек хочет взойти на уровень выше,
להתחתן, скажем, жениться, או ללמוד ולהגיע לאיזשהו תפקיד, или научиться и занять определенную должность, לעשות איזשהו צעד רוחני, сделать какой-то шаг духовный. Обычно он проходит разные экзамены. Ты хочешь поступить в университет? Там тоже есть краш-тест. Вы знаете, как называется краш-тест в университете? Вступительные экзамены. И кто знает, как переводится слово «сатана»? Лесатен зелитнагед. Сатана — это кто-то, кто противостоит. То есть он идет, а я ему пытаюсь противостоять. Слово «сатана» на иврите это можно перевести как «помешать идти вперед». Ты хочешь поступить и учиться в университете, а тебе мешают, тебе противостоят. Хотим ливдок, от кама там мисугаль, литмодед негед лахат. Они хотят проверить, насколько ты способен выстоять в среде давления. Был такой мужчина, его звали Валам. Кто его помнит? Один раз он ехал на своей ослице. Атуна? Атуна. Есть хамор? Есть хамор, а вальзе и ло хамура, и атуна. В общем, он ехал на своей ослице. Зе бейврит. На иврите. Никива, никива шел хамор, зе атуна, ло хашу. Он усе бехамор, беатуна. Так он поехал на ослице. Ве малах амад вело натан ло лейканес. И ангел встал перед ним и не дал ему зайти. Кто помнит эту историю? Аз бейврит шам катув. והיה מסתן לו. И написано на иврите, ему противостояли. ממילה סתן. От слова сатана. כלומר, то есть, זה כוחות, это какие-то силы, שמפריעים, которые мешают. אז כשבן אדם רוצה לעלות לאיזשהו דרגה, и когда человек хочет подняться на какой-то уровень, אז הסתן, сатана, זה לא איש. Это не человек и не какая-то личность. Это какие-то обстоятельства личности. Ангелы — разные существа. Это не как мы отрагали лирот тмуна Мишу и Карнаем. Это коль мене шемот батанах. Это не просто черт с рогами, как мы видим на картинке. Это разные имена в Танахе. И это разные личности с разными возможностями. И вместе их можно описать словом «сатана». «Ха-сатан» и «мартикль хей килу». Но в отдельности это разные силы, которые хотят нам помешать. Но это все делается только с позволения Бога. А в книге какой? Экклесиаст. В книге Экклесиаст написано, что когда кто-то разрушит свой забор, то его может поймать змея. Что это значит? Если ты живешь нормативным образом, дьявол не может тебе прикоснуться. Но если ты начинаешь грешить, и открываешь свой забор, тогда там тебя можно поймать. Окей? Понимаете? Понимаете? Но есть ли коль яцур шелухим бара, каждое существо, которое сотворил Бог, гам бебасар, и в плоти,
גם רוחני, и в духе יש לו גם מה שנקרא קריאה וגם יש לו רצון החופשי. Имеет призвание и имеет свободную волю. Мы мвин это ивдел. Кто понимает разницу? Они азбир. Я хочу объяснить. Бамунахим танахим. В терминах Библии. Эйзе крия айта эцель Моше Рабейну. Какое призвание было у Моше? Зе ая кри, лезе ая нолад. Вывести народ, это ради этого он родился, это было его призвание. Давида ая нолад. לעשות מלחמות ישראל. Царь Давид родился для того, чтобы вести войны Израиля. Ленох, הייתה קריאה ביום אחד לבנות את הטבעה ולהציל את הנשות. У Ноя было призвание, он родился для того, чтобы в один день построить ковчег и спасти человечество. עכשיו אני מדבר על אנשים גדולים. Это я говорю про великих людей. לדוגמה, אפרים אוהב לדבר על בצלאל. Например, Эфраим любит говорить про Бецалеля. מה היה הקריאה העיקרית של בצלאל? Веселила. Каково было? לבנות את בית המקדש, המשכן. У Веселиила было призвание построить скинию завета. Поднимите руку. Каждый поднимите руку. Вот тот, кто сейчас поднял руку. У каждого есть личное призвание. У каждого из нас есть личное призвание. И часть жизни это найти свое призвание. Но кроме личного призвания есть еще и хобби. Кто знает, что такое хобби? Например, наш учитель Моше, его призванием было вывести народ израильский из Египта. А какое хобби у него было? Окей, это один из пирушим של Ефраим. Топ. Мелех Давид. איזה תחביב היה למלך דוד? אה? מי שאומר, גם מלך דוד, גם... לא. מלך דוד אהב לשיר. הוא צרה דודה. לא. הוא לביל פט. לא. אוקיי. אנחנו... אתם הבנתם אותי? הבצלאל, הקריאה שלו הייתה לבנות את המשכן, אבל בצד הוא היה אולי צלם. Он, призвание Веселиила было построить скинию, но, может быть, он также любил фотографировать. Или ему нравилось готовить. Любил готовить. Это его хобби было. У кого есть хобби? Саша, какое у тебя хобби? И у него есть... Литфор, эйзе хобби эцлеха, Богдан? Саша любит шить. Ма? Что? Экстрим. У Богдана экстрим. Хобби экстрим. Они хочет для мелех Давид гамма я вот я думаю, что у царя Давида тоже он любил экстрим. Кен, у ая мамаш бахур экстремальный. Он был экстремальным человеком. Кен, джинджем, шнем джинджем. Все рыжие экстремальные. למלאכים גם כנראה יש תחביבים. И у ангелов כן. тоже есть хобби, скорее всего. ולצורות או יצורות רוחניים גם יש תחביבים. И у духовных существ тоже есть хобби. וכשאלה שבנויים על ידי אלוהים. И те, которые созданы Богом. לנסות או לעשות краш-тест. Для того, чтобы искушать или делать краш-тест людям, они тоже развили в себе различные хобби. И Иешуа очень ясным образом определил хобби дьявола. Кто помнит хобби дьявола? Украсть. Убить и погубить. Это его хобби. И
Поэтому написано в Новом Завете, если он высвобожден против тебя, то в рамках того, что Бог допустил, ты с этим ничего не можешь сделать. Только стоять, как стоял Иешуа в пустыне. Но если ты распознаешь, что он уже запустил свое хобби, тогда ты можешь противостоять ему, и он убежит от тебя. Потому что так написано в Священном Писании. И проблема человечества, в том, что... не поняла тебя. Проблема людей, что из-за того, что мы не умеем различать духовные обстоятельства и понимать, где он высвобожден, чтобы искусить или испытать нас Богом, или где он включает свою свободную волю, анахну оми каблима коль, оми насим ли герешото. Тогда мы или все принимаем, или пытаемся его изгнать. Кама мимхем ая нисайон. У кого из вас было искушение, испытание, когда вы пытались противостоять дьяволу, и ничего не получилось? Но после нескольких месяцев что-то случилось, и это искушение закончилось. Это значит, что Бог искушал вас через него. В искушении есть также слово «опыт». Чтобы мы стали более опытными. Но я уверен, что здесь есть много людей еще с одним хорошим опытом. Когда вы почувствовали нападки дьявола, и вы остановились, и помолились во имя Иешуа, и все это исчезло в один момент. Кто из вас чувствовал это? Есть люди с таким опытом. Поэтому Священные Писания были даны людям не для того, чтобы положить их на полку в шкаф, но чтобы мы изучали их и понимали их. И когда мы ходим в нашей жизни, тогда мы можем различать, где сатана искушает нас, потому что Бог дал ему на это разрешение, и где он нас искушает, потому что просто ему так хочется. И когда мы будем изучать, когда мы научимся распознавать, где наш забор, и как укрепить свой забор и не ослабить его. Знаете, как можно ослабить забор? Кто знает, как ослабить забор? Как ослабить свой забор? Я начинаю себя чувствовать себя больше, выше вас, гордиться. Это очень хорошее состояние, когда можно ослабить забор. И еще дайте примеры. Окей, от. Слыха? Когда мы критикуем, осуждаем, когда мы открываем свои глаза для зависти, когда мы начинаем говорить плохо про людей, когда мы простираем свою руку на кражу, когда мы открываем глаза и хотим, чтобы эта похоть плоти и зашла в нашу жизнь. Это все, когда мы делаем. И об этом пишет Яков.
Яков говорит, Бог не делает нам это специально. Анахну мудрахим аль ядей таават басар шелану. Но когда мы искушаемся, увлекаясь собственной похотью, есть такие состояния, когда Бог нас проводит, и ничего ты с этим не сделаешь, кроме молиться. Молиться и просить, не веди меня в искушение. И дай мне силы и терпение. И дай мне мудрость. И дай мне милость и терпение. И мата мизае. Если ты распознаешь, что дьявол в свои игры играет, хобби своим занимается, и вдруг в тебя что-то заходит, кто-то тебя, может быть, ругает, и он берет эти слова и пытается зайти в твою жизнь, то ты можешь противостоять ему. И согласно Священным Писаниям написано: «Восстань, противостаньте ему твердой верою, и он убежит от вас». Но самая большая наша цель через понимание Его Слова понять, как сохранить наш забор. Это большая часть нашей жизни. И если мы преуспеваем в этом, и если мы пытаемся понять параллельно, в чем наше большое призвание, тогда мы прошли этот путь и совершили то призвание, которое Бог дал нам. Корах. Корей. Бахур ше ламадну алав. Тот, про кого мы читали сегодня. Айта ло кина. У него была зависть. Аваль у ицдик ота бамилим яфот. Но эту зависть он красиво описал. У амар, ма питом, а им ло коль ха ам цадиким? Он сказал, что это разве не весь народ праведники? И он зажег других. Я вчера смотрел один клип, фильм. Как делают настоящий японский меч. И там есть несколько уровней, через которые проходит металл. И есть несколько видов металла. И из-за того, что есть несколько видов железа, один более гибкий, другой более сильный, японский меч, он очень сильный и очень острый. И его практически невозможно сломать. В этом духовном, это духовный меч. Моше и Аарон были как передняя часть. Невозможно было их заменить. И все сыны Левия и народ израильский были как эта гибкая часть. Без сомнения, весь народ свят. И у всего народа есть призвание. Но только у Моисея была эта способность стоять против сил, которые стоят против Израиля. И из-за того, что Корей наполнился завистью, и он зажег этой завистью большое количество народа, 15 тысяч израильтян сгорели заживо. Это была очень высокая цена. Но это для того, чтобы мы научились. Господь, дай мне быть сильным на моем месте.
И помоги мне удержать эту цепочку справа и слева от меня. И также поддерживать цепочку сзади и спереди. Помоги мне понять, где мое место. И также научиться, как сохранить свой забор. Тогда мы будем люди, которые приносят добрый плод перед Богом. Потому что написано в Новом Завете, что огонь испытывает всех нас. И лучше... Солома. Как солома? Каш. И поэтому написано, что лучше быть сильными, как золото и серебро, а не как солома. Вам было все понятно? Давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, я благодарю Тебя за всех мужчин и женщин, которые стоят здесь. Я благодарю Тебя за всех мужчин и женщин, которые смотрят нас. Благодарю Тебя за то, что Ты помог нам выстоять во всех этих движениях в начале проповеди. И я молюсь, Господь, чтобы мы могли укрепиться в Тебе, укрепиться в Твоей благодати. Не веди нас в искушение и избавь нас от лукавого. Но если мы проходим эти искушения, дай нам терпение и дай нам научиться, как не совершать там ошибки. Помоги нам понять, где сатана хочет нас атаковать из-за своего желания. И помоги нам противостоять ему и выгнать его. Отец наш Небесный, я молюсь о Твоей помощи и укреплении для каждого из нас. Я провозглашаю, что драгоценная кровь Мессии Иешуа излилась и очистила нас от всякого греха и проклятия. И она исправляет все любые пороки в нас. И дает нам небесный свет. Открывает нас для Святого Духа. Отец, помоги нам. Я молюсь, чтобы Ты помог нам каждый момент нашей жизни жить в радости. Дай нам силы жить в радости. И дай каждому из нас возможность быть факелом Иешуа. Ки катув, ив шар ластир. Потому что написано, что не может укрыться город, стоящий наверху горы. И ты этот город. Ты этот факел. Благодарим Тебя, Отец, что это обетование данное нам. И мы живем в очень особенное время. Последние дни. Или последние дни. И есть сильное противостояние. Но есть сила с небес. И откровение Иешуа. Хесед. Дополнительная милость небес, которая помогает нам пройти наш путь, этот узкий путь. Отец, укрепи нас во имя Иешуа Мессии. Аминь.